Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, за твоей спиной появится чумной доктор! Ребята, всем здорово! С вами по-прежнему Овер, мы продолжаем строить свою самую большую фабрику SCP в Роблоксе! Добро пожаловать на SCP Tycoon! Ребят, в предыдущей серии мы с вами остановились на том, что сделали себе второй этаж, купили вот этот апгрейдер, у нас есть гаражик, ребят, с дверью, все у нас такое прикольное и классное. Вы просили продолжение, и, ребятки, я накопил уже 100 тысяч денежек, там даже, наверное, больше. Сегодня мы попробуем поулучшать нашу фабрику, попробуем попрокачивать новые улучшения, ну и, конечно, потратим очень много денег, потому что копил я, друзья, это все очень-очень долго, чтобы сейчас просто за пару секунд это все потратить. Для начала нам срочно нужен новый дроппер, чтобы все это быстрее, ребят, у нас прокачивалось. И получается, я только на все дропперы-то и потратил, ребят. Осталось у меня 14 тысяч, но зато у нас прокачан полностью второй этаж в плане дропперов и апгрейдеров. Значит, денежки будут идти сейчас очень-очень быстро. Давайте купим стены. Еще вот такие вот. Нифига, у нас уже гигантская, ребят, база, смотрите. Это здорово. Так, что у нас тут? Крышу мы можем купить, кабинет какой-то можем купить, лабораторию. И, в общем, ребят, много-много еще всяких ништяков у нас будет на первом этаже, потому что тут SCP-демон какой-то за 30 тысяч мы еще не купили. Потом не купили какой-то Хейерс вот там. И самое главное, мы же можем, ребят, еще покупать улучшения на улице. У нас там есть джип, кстати, давайте купим, он стоит, по-моему, 15 тысяч, да. Давайте купим тачку, ребят, и попробуем покататься на ней. Ну-ка, открываем. Не понял, вот так вот она спавнится? Да, нифига, ребят, махина у нас. Как нам сесть, как нам поехать? Мы едем? Как ей управлять? Воу! Мы поехали на нашем джипе колесить, ребят. Это у нас именно SCP-тайкунчик. Тут спавнится SCP-шки. В предыдущей серии, кстати, ребят, мы, к сожалению, ни одного SCP не увидели. Но я думаю, что в этой серии, возможно, кого-нибудь да увидим. Смотрите, болото. Я могу туда залететь и застрять? Нет, я не застрял, это, кстати, здорово. Поехали покатаемся, ребят, посмотрим, что тут как у кого. Может быть, кстати, SCP-шек встретим, потому что тут вроде спавнился то ли скромник, то ли чумной доктор, когда я только начинал. Заходил, вроде кто-то был тут, друзья, недалеко. И у нас, смотрите, самая пока что большая база или нет? Там вон у пацана тоже неплохая. Ладно, давайте бросим тачку где-нибудь вот тут у гаража. Там, в принципе, у нас уже накопились, наверное, денежки на новые всякие улучшения. Кстати, а вот это что у нас? А, это у нас ворота закрываются, все понятно, и снутри, и снаружи, ребят, все классно, мы можем покупать вот какие-то кусты и деревья. Сколько, 12 тысяч, ребят, стоит? Блин, друзья, напишите за SCP, точнее, поставьте лайкусик, и я хочу попросить вас, чтобы вы написали в комментариях вашего самого любимого SCP, вот, самый любимый SCP-объект, и самый страшный, которого вы больше всего боитесь, ребят, который вас вообще в ужас постоянно бросает, и вы вообще очень-очень переживаете. Давайте купим вот этот кабинет 2, какие-то полки я купил, Invisible Ring, кольцо мы можем улучшение покупать для нас, чтобы было все круто, меня, правда, кто-то надамажил, друзья, получил я урон. Вау, так тут еще смотрите сколько, зомби-вирус, хил-вирус. Офигеть, тут у нас еще улучшений-то, ребят, очень-очень много с вами. Боже мой. Теперь, чтоб лабораторию полностью, ребят, понапокупать тут все, тут нужно столько вообще денег. Офигеть, а я-то думал, тут совсем немножко, ребят, осталось, типа чуть-чуть. Господи, просто капец. Ладно, сколько мы накопили, давайте вот на первом этаже купим за 10 тысяч вот эту штуковину. Подбегаем по фасту, просто тут стоит это... небольшая. Ага, прически, нифига, давайте, ну-ка. Е-бой! Какая вам, ребят, больше всего нравится причесочка, а? По-моему, они все шикарные. Ну, давайте какую-нибудь вот такую вот возьмем. Так, мы можем еще одни. Ну-ка, давайте купим еще, ребят. Почему бы и нет? А, это девчачи. Смотрите, какой я, ребят, фановый. Прикольно? Нет, ладно, давайте возьмем вот обычную какую-нибудь. Еще тут есть третьи волосы, серьезно. Столько всего, друзья, мы можем понапокупать. Блин, ну вообще нам нужно будет копить, по идее, деньги, потому что, ребят, нужно будет очень-очень много денежек, и я предлагаю, наверное, покопить, ребят, наверное, 5100, а может быть, 1200, и понапокупать уже здесь улучшения на втором этаже, хотя нам даже 200 не хватит, наверное, потому что
Очень дорого все это стоит. Ладно, ребят, давайте быстренько накопим денежки. Ну что ж, ребят, накопил я 272 тысячи. Это было невероятно долго, просто капец. Я стоял, накапливал, накапливал. Ну теперь, ребят, мы можем купить себе все, что захотим. И давайте все-таки купим уже первую SCP-шку, какой-то демон SCP. И посмотрите, как он выглядит. И я могу стать этим демоном. Только почему у меня дамаг идет? Я не хочу быть больше этим демоном. Я не хочу умирать. Я стал SCP-хой, ребят. Ну, поменять одежду можно. Все, ребят, я какая-то невидимка. Господи, что со мной случилось? Что меня дамажит, ребят? Может быть, это не одежда меня дамажит, а что-то другое? Ладно, давайте умрем. Хорошо. Итак, ребят, ладно, хорошо, я появился, и у нас тут открылась новая SCP-ха. Наконец-то мы можем понапокупать SCP. Итак, у нас тут скульптура SCP-173, и где она? О! Я ее купил! И чтобы мне за нее поиграть, мне нужно еще и робоксы заплатить. У нас тут есть за 120 тысяч тоже SCP, чумной доктор 049. И я уверен, ребят, если мы и его купим, то... О, нет, он, друзья-то, у нас как раз-таки и не за робоксы. Но, к сожалению, он нас тоже убивает. Как-то странно, ребят, если мы берем скин SCP, то мы вместе с вами умираем. Тут есть почему-то за 400 тысяч, ребят. Еще что-то с чумным доктором связано. Короче, я понял, если мы одеваемся в SCP-шек, мы с вами умираем, но выглядит, ребят, это мега круто. И почти все деньги я, кстати, потратил, а у нас тут, ребят, еще огромное количество улучшений всяких разных. Блин, я даже не знаю, что понапокупать. Ну, давайте купим вот это за 16 тысяч. Что это такое? Это просто дверь я купил за 16 тысяч, понятно. Тут у нас какой-то костюмчик. Оба! Вот это уже неплохо, ребят. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Так, и нам хватает на зомби-вирус. Мы можем его взять? А, нет, это просто, ребят. Понятненько. Это просто у нас зомби-вирус. Такие баночки, скляночки. Все для декора, ребят, и так далее. Но у нас противогаз, так что мы не боимся ни зомби-вируса, ни какого, ребят, вируса, да? Блин, ну сегодня мы, конечно, вообще, ребят, много пооткрывали всяких штуковин. Единственное, я немножко расстроился из-за SCP, потому что... Ну, я думал, можно будет подольше побегать, там посмотреть туда-сюда и все такое. Но погнали, ребят, на всякий случай пистолет возьмем. Погнали, купим. На улице-то у нас тоже улучшение есть. Вот так вот, за 12 тысяч. Посмотрите, посадил я деревья, кустики вокруг нашей базы. Что у нас? Гигантская стена. Стоит 17 тысяч. Так, девчонка, извини, я иду покупать гигантскую стену, если мне хватит денег. Ну, денежки, конечно, копятся, ребят, довольно быстро, но 270 тысяч я копил, кстати, долго, потому что, блин, огромное количество денег, и потратили реально за пару секунд, друзья. Вот он весь смысл тайкунчика, да? Чик-чик-чик, и все деньги потрачены. Опа! Гигантская стена, ребят, организовалась, и теперь у нас... Ага, нам нужно купить еще ворота, ребят. Погодите-ка, да? Night Girl спавнит, заспавнилась какая-то Night девочка. Блин, ребят, а как нам ворота-то купить? Чё-то я не понял, где они продаются? Что это за дырки такие? Я думал, тут тоже можно какие-то ворота лазерные, там нет? Или так и должно быть? По идее, да, не вижу, ребят, я больше улучшений. Ну хорошо, пускай будет и так, ладно. Блин, ребят, ну база у нас уже просто шикарная, согласитесь. Так, давайте еще волосы купим. Оба, вот так вот, ребят. Огромное количество причесок, самых оригинальных, прикольных, это довольно классно. Ладно, погнали наверх, посмотрим, что мы там еще можем купить. Ну что ж, друзья, накопил я еще 155 тысяч. Я не знаю, сколько денег мы уже потратили на нашу базу, но они просто тают на глазах. Итак, давайте купим что-то buy sell за 47 тысяч, посмотрим, что это такое. Там какие-то SCP-шки спавнятся. Buy sell door, господи, еще двери можно покупать. Ну, давайте, ладно, купим сюда дверь. Что у нас это вообще? Что я такое, ребят, купил? Зачем это нужно? Это туалет, друзья. Мы купили с вами туалет, кровать. Отлично, мы на всю комнату, друзья, потратили невероятно огромное количество денег. Теперь мы можем поиграть за D-класс. Вот так вот взять скинчик, ребят. Ну, в принципе, лаборатория наша все становится больше, больше и больше. Давайте купим все-таки крышу, так сказать, доделаем. Я надеюсь, да, на крыше, ребят, у нас нет улучшений. И нам осталось купить невидимое кольцо какое-то. И получается в этой комнате... Два улучшения, и на первом этаже, ребят, 400 тысяч стоит улучшение, я не знаю, сколько на него нужно будет копить, посмотрим, может быть, купим как-нибудь в отдельном ролике, я там что-нибудь такое сделаю, потому что 400 тысяч, ребят,
копить невероятно долго, вот, а хочется, ну, как бы, купить все на втором этаже, поэтому сейчас пойдем, вот то, что денег хватит, попробуем купить, мы класс D, друзья. Но мне все нравится в этом тайкунчике, он невероятно хардкорный, довольно прям очень такой сложный. А, ну тут еще, друзья, улучшения, посмотрите. Помимо этого кольца есть еще спидринг, понимаете? И я вообще где заспавнился-то? Чё за фигня? Почему я не в своей хате спавнюсь? Эй, кто это так придумал? Ладно, погнали, друзья. В принципе, наверное, тут и на третью серию нам еще хватит, ребят. Потому что, блин, денег нужно много. За 400 тысяч еще нужно будет накопить. И я думаю, улучшения будут открываться и открываться. В принципе, на этом можно закончить мой сегодняшний ролик. Я надеюсь, что такой видосик вам понравился. Ребят, обязательно подписочку на канал. Не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. Ну, а на этом у меня все. С вами по-прежнему был Овер. В описании ищите ссылки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. И вот такая вот, ребят, давайте я вам сейчас покажу. База у нас получилась шикарная, да, друзья? Просто вид огромный, колоссально все красиво, круто, ребят. И джип, и все у нас есть, и различные формы, и CP, друзья, тоже у нас есть. Фабрика работает, фабрика готова. Ну, а на этом я уже точно с вами прощаюсь. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте, успехов, спасибо за просмотр, и пока-пока!